Привет, народ! Мы в Ласт-Оазисе. Сегодня мы отправляемся в одно интересное местечко. В одиночку на червя я вот зашел, и что-то прям он сразу здесь есть. И у нас еще 48 минут, чтобы добыть шелка, наверное. Что у меня? Блин, тут у меня еще песок же в шестеренках. Ёлка-бабай. Ну ладно. Мы сейчас быстро вытряхиваем и валим туда. Где у нас есть? Ёкарный бабай. Далеко нам вытряхивать шестеренки. Ну да ладно. Одной энергии подкопим. Ходун я, наверное, оставлю. Буду охотиться на червя. Накрыл костюме. Ходу надо будет спрятать там где-нибудь. И все. Вот такой план, короче. Давайте я сейчас вытряхну и отправимся. Ну вот, друзья, мы на месте. Сейчас тут что-то гроза такая. Надеюсь, здесь онлайн маленький. Так как утро. Людей, но мы прям на оазис, там мы спрячем ходон и уже отправимся на поиски шелка либо самого червя, попробуем его сверху подолбить. Надеюсь, пройдем незамеченными и ходон не найдет червь, не разберет его. Червя ни людей не видать пока, но здесь, блин, видимость такая ограниченная на этом оазисе. Все, блин, в дыму, в пыли в какой-то. Мы уже накрыл костюме, будем искать и червя, и продукты его жизнедеятельности, которые нам нужны для того, чтобы улучшать ходуны. Да и много для чего. Но меня интересует шелк червя пока что. Мы, наверное, в деревню заедем. Прячем там ходун. Как можно больше. Ну, навряд ли мы его спрятать сможем хорошо. Его все равно будет видно, но... мы хотя бы как-то что-то обезопасимся. Вот эта густая рощица мне, я думаю, подойдет. Ходун хотя бы не будет видно в открытую. Ну, взял я с собой. Так, это выкидываем все. Мне не нужно. У меня коса. Топор. Ну и половину фейерверков мы возьмем. Давайте возьмем на всякий случай еще катану. Вдруг понадобится. Так, вода. Дополнена. И мы погнали. Конечно, зря я, наверное, с хорошим инструментом бегу, но что ж поделаешь. В округе пока никого не видать. Ходуна оставим. Так, вот это что такое? А, просто палка, короче. Давайте попробуем найти червя. И немножко отбегу от ходуна, чтобы... мой полет на ракете увидели, но не определили место, где стоит мой ходуночек. Ну и погнали. Их промазал, блин. Промазал. Да ё-моё.
Вот теперь попал. Так, вижу шелк уже один. Червь идет к ходуну, по ходу дела, да? Не, он его просто почуял или что? Ходун вот в этом, он проходит мимо. Нет, не проходит. Ёпарасоте, он погнал за ним его жрать. Блин, долбаный хрен. Давай долбить его, короче. Так, так. Будем долбить, пока не получится убить, может, или чё. Сколько это времени у меня займёт? А, не надо. Не надо меня скидывать. Не трогай мой ходун. Самое главное. Надеюсь, меня вот эта чешуя следующая не скинет. Блин, скидывает и убила. Ёлки-палки. Так, блин, надо бежать. Он все-таки... Он прет, короче, куда-то туда. Надеюсь, мои шмотки недалеко упали. Мы сейчас их поднимем. И заберемся на него. Хорошо, он отошел от ходуна. Вот это хорошо. Где же шмоточки? А где мое место смерти? А, прям рядом? Где-то прям вот здесь? Это я не вижу. Где же мои шмотки? Я, короче, вот туда надо нам. Место смерти-то здесь, а не унес ли он все мое добро? На своем горбе. Я уже пробежал. Вот я подхожу. Должно быть где-то здесь. Это походу все на нем. Я не вижу, где моя матьё. Ёлки-палки, а. Он, походу, утащил. Ладно, сейчас попробую я до него добраться. Так, берем. Немного фейерверков. Есть, наверное. Блин, там же все оружие. Ёкарный мобай. Ну, давайте оденем какую-нибудь броню. Для верности. Попробуем долететь. Угу. Блин, или уже отправиться на ходуне, попробовать на него залезть. Вроде никто его не бьет. Никого нет. Никто не отправился, наверное. А где же нам найти его теперь? Ползает он довольно шустро, блин. Походу таскает свои шмотки, мои, то есть шмотки на себе. Блин, вон там шелк был. Можно было пособирать бы. Где это, сволочь? Ладно, сейчас найду его, вернемся.
Так, мы нашли его. Он где-то там. Сейчас мы попробуем на ракете запрыгнуть на него. Блин, он и крылик утащил. Черт. Да ты успокойся, ты чё как это? Полчаса у меня есть. Так, где он там? Блин, он уже слишком далеко, он ушел. Погнали. Все-таки на ходуне. Чешуя у него отпала вот здесь, где-то вторая. Но видно, шмотки все-таки наем мои. Я найдем. Разберемся. Блин, вот он, козел. Давайте оставим ходун и на опережение. Блин. Да что такое? Мы сможем так до него добежать? У меня последние два выстрела. Нет. Нет, он ушел, блин, далеко. Так, ну ракета летит по направлению к нему. Ну не совсем. Начинаем снижением. Я нокнусь походу, но останусь. Нет, живой. Такой высоты выживает, оказывается. Блин, через дерево, ну как на него залезть? Он уходит, скот. Надо было, блин, еще один крылик с собой взять. По-моему, возвращается в мою сторону. Нет, не в мою. Две чешуи я ему сбил. Сейчас догоним. Блин, он надо мной издевается, он от меня сваливает просто. Ну давай, давай, тормознись, у меня скоро водичка кончится, блин. За тобой бегать. Давай, в мою сторону разворачивайся. Блин, он в натуре что пытается избежать. Жизни осталось чуть-чуть. Я офигею, блин. Он круги режет, блин. Вроде вот-вот был рядом и хер. Ладно, сейчас посмотрим. Так, теперь мне интересно. Опа-на. Он идет прямо. Вот здесь. Надеюсь, ты меня не тронешь. Я спокойненько заберу свои вещички. Стой, 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 стой. Давай, 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 давай. Но почему-то я не могу залезть.
него. Где они? Вот они лежат. Ну-ка, не упасть бы только. Так. Все одеваем. И погнали рубить эту тварь. Да, так походу я его буду вообще долго рубить. Ну, что там я сношу? Больше полтинников. Секунда. А ну-ка, а если мы возьмем катану? Ну да, вообще долго. Давайте, наверное, срезать с него чешую. Блин, так не видать. И потом мы как можно больше снимем чешуи. Из чешуи добудем косой, наверное. Шелк, ну и все, что нам необходимо. Хотя бы так мы его разделаем. Времени остается мало. Да блин. Двадцать минут всего. Скинем с него по возможности чешуи. И думаю, нам этого будет достаточно. С чешуи добудем то, что нам нужно. Убил, но это ничего страшного. Сейчас мы возродимся. Доедем уже на ходуне до своих шмоток. Он их не забрал по-любому. Я отскочил. Блин. Ну, думаю, что с чешуи хотя бы шелком и косой наберем. Я здесь один. Червь никого не привлек. Это хорошо. Другие кланы я имею в виду. С чешуи наберем шелк, и все будет ништяк. Давайте возрождаемся. Он убил, значит, скорее всего, отстал. Так, место смерти изменить нельзя. Сейчас мы поищем чешуйки, которые с него сняли. И подобываем. Вот одна здесь есть. Конечно, недалеко. Но я думаю, это путешествие будет удачным. Так, вон... А, нет, это кусты. А где он сам? Он сам уехал, да? Так, где-то вот здесь. Здесь как раз чешуйка. Да, вот они, мои шмоточки. Все отлично. Блин, это что такое? Это что-то приближается? Или мне кажется? Это какой-то ходун? Нет, мне, наверное, кажется, это... деревья.
По-моему, не двигается он. Блин, еще тут хреново. Так видать все. Ладно. Будем думать, что это не ходун. Ну, очень похож на... Блин, ну этим не добывается. Значит, нужен топор. Мы добудем хитин, наверное. Где-то с него отвалим. Вон еще одна чешуйка. Давайте возьмем топорик. А где он? А, вот. Там еще чешуйка была. Да попробуем топором. Будет с него шелк или нет? А тут она вообще еле живая, но хитин только, конечно же. Где-то я вот здесь пролетал и видел шелк. Где-то было вот здесь вот. Ну и хитин нас мало интересует, блин. Придется, наверное, оставить ходун и на крылике поискать шелк все-таки. Так просто. Он, я видел, валялся. Где-то вот в этой части. Но, скорее всего, он валяется возле вот этих вот месторождений песка червя, где можно копать. Давайте проедем. Посмотрим. Червем я за 20 минут не справлюсь, если буду даже долбить его. Надо было выходить чуть пораньше, но, блин. Времени, когда я зашел, уже было мало. Так, вот он. Вот чешуя. Косой ничего не добывается с чешуи. А топором добывается только, блин, хитин, походу. И эта чешуя вообще еле живая. Три хитина. Она, короче, уже коцнутая конкретно. Ну давай, червь нас не трогает. Это главное. Поищем хотя бы шелк так. Где эти пятнышки? О, как раз я пру на одну из них. Месторождение вот этого песка червя. Шелка пока не видать. Но я видел одну кучку такую. Думаю, без шелка мы не останемся сегодня. Наверное, вон там было. Где-то. Так, месторождение вот. Но шелка ни хера нет. Червяк вообще охраняет вот эти места. Если поставить сюда копалку, он непременно придет. Непременно. Чтобы снести ее. Блин, вон там крупная кучка. Может быть, здесь посмотреть. Или кто-то уже собирает его там до меня. Неизвестно, но будем искать. Кто ищет, тот всегда найдет. А этот он, тон. А, нет, это коры. Я думал, это он ползет. Где шелк-то? Ёкарный бабай. А шелка не видать ни хрена. Давайте, наверное, оставим вот здесь ходунчик. И пролетим на крыл костюме.
Потому что так будет быстрее, блин, найти. Так, надо одеться. Хотя бы немного. Ну и полетели. Эх, промазал. Немножко сюда нам. Да что ты будешь делать? 10 минут у меня, бля. Неужели я с пустыми руками вернусь? Да ты чё? Да ёлки-палки, я не вижу, короче, куда стрелять. Крюк-кошкой. Нет, рано. Ну, практически зацепился. Давайте отлетим хотя бы чуть-чуть. Так, червяк лазит вон там. Я не знаю, как его, ну блин. За 10 минут уже точно не убью. Чешуя, я думал, с чешуи будет шелк добываться какой-нибудь, например. Косой. Да, блин. Что-то я разучился, короче. Ну чё ты не стреляешь-то? Фу, нифига я не вижу, куда стрельнуть, блин. Чё за фигня? А он что-то там это кричит, я слышу. Не бьет ли он мой фонарь? Или кто-то его бьет? Так, ходун на месте ставит. В порядке. Ну и будем выискивать. Полк хотя бы сколько-нибудь. Вообще мне нужно около 300, вот так вот примерно. Я был бы вообще доволен, если бы удалось найти. Вот возле вот этого озера где-то я видал его кочку. Это все тени. По-моему, вон на том берегу была такая паутинка. Здесь вот. Ну блин, ё-моё. Надо было сразу что ли искать. Ну не видать. Его ж не ушёлка, блин. Не вижу. Не попал. Он то сразу стреляет, то попозже. Так, вот это вот свечение тоже мешает. От ракеты. Ну блин. Валялась же его паутина повсюду всегда. Куда делать-то? Вот возле вот таких вот месторождений песка были и паутинки.
И теперь их чего-то нет. Может, просто с высоты не видно мне, но нет их. Их нет у меня. Блин, 5 минут. Ёлки-палки, мне пора возвращаться, короче. Хоть одну да найду, ну. Нет. Ноль. Целых 0 десятых. Да что ты будешь делать? Не попадаю. Не попадаю, хоть обосрись. Наконец-то. Так, ну определимся, куда нам лететь. На ту сторону. Карты. Ну, короче... Если я сейчас отлучусь, мне кажется, по дороге найду какую-нибудь паутинку, блин, и начну ее добывать, хоть она и добудется быстро, но у меня 3 минуты, блин. Нет, уже надо ломиться прям на ходу, и прям сваливать в безопасный выход. Карта сгорит через 3,5 минуты. Ну, успеть бы. Неохота потерять медь королевы Анны. Она там, блин, прокачана прям хорошечно. У меня. Короче, неудачная вылазка. Думал, что все будет ништяк. Оказалось, как всегда, блин. Все херовано. Ладно. Давайте долетим уже. До корабля. Вот он, сука, лежит, блин. Один шелк, ну нету времени, 2 минуты. Вот второй лежит. Ёлки-палки, блин. Ну чё я, блин, ну как я не видел их? Надо было полететь в эту сторону. 2 минуты, блин. И я еще не туда лечу немножко. Короче, блин, фигово все. Давай, давай, братан, взлетай. Вон еще третий лежит. Вижу. Блин, я не успеваю, походу. Вон четвертый лежит. Вот они, прям насраты. Как я вот их не видел до этого? Если кто-нибудь из вас видел, напишите в комментариях, что я залупоглазый, блин. Я не успею выйти, походу, с ходуном. Сейчас ломанемся на край карты, у меня минута, блин. До края карты, блин, тоже ломится. Нифигово, но попрем на энергии. 1 минутка. Я на ходуне. Это, блин. Погнали. Эх, погнали. 42 секунды. Мы взлетим нахер на край карты. Надо посмотреть хоть на край, да, ну практически вот сюда вот так.
Тихо, тихо, не заносимся. Дрифт нам не нужен здесь. Еще чуть-чуть, 20 секунд. Я смогу все. Надеюсь. 9, 8. Нет, я не успеваю, блин. Мы походу сгорим. 1, 0. Сейчас карта сгорит. Сваливайте. Фух. Это вообще, это был номер, бля. Чтоб я помер. Блин, вообще. У меня аж яички к горлу подкатили. Я имею в виду те, которые на ходуне висят. Слава богу, мы спасли корабль, бля. Ну, ушли ни с чем. Ну, на сегодня, наверное, хорош таких вот приключений опасных. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кому понравилось. А мы пока поковыряемся в этой песочнице.